Росприроднадзор возбудил административное дело в отношении мэрии Златоуста. Причиной тому стали пожары на свалке, которые длились 7 месяцев. Свалка города Златоуста. Ни конца, ни края. На едкий запах и дым систематически жаловались местные жители. Последний раз на место прибыли 8 единиц техники. Были выполнены уплотнение и пересыпка отходов инертным материалом. Открытые очаги тушились водой. Всего в работах было задействовано 16 человек, а также 2 бульдозера, 1 экскаватор, 3 самосвала, 2 автоцистерны. В Министерство экологии, Роспотребнадзор и прокуратуру по этому факту обратились общественники Златоуста. Также на данный момент ведется расчет ущерба, который нанесли возгорание. Рассмотрение дела назначено на 26 июня. А это кадры из МИАСа в садовом товариществе. Крупный пожар. Двухэтажный. Капец вообще. Как сообщили в МЧС, на место прибыли 4 единицы техники и 20 человек личного состава. Огнем уничтожены баня, дом и надворные постройки. Также пламя успело перекинуться и на имущество соседей. У них сгорели кровля и перекрытие дома. Пожар, по предварительным данным, мог случиться из-за перекала печи. Пострадавших нет, все эвакуировались самостоятельно.